новому спортивному сезону полная готовность. В Апатитах за лето привели в порядок уже полюбившиеся жителям спортобъекты и открыли или вот-вот откроют новые. О том, где можно с комфортом поддерживать физическую форму в любое время года, расскажем прямо сейчас. В последние годы в спортивной жизни города заметный качественный подъем. Еще бы, ведь в инфраструктуру вложены значительные средства. Так, в микрорайоне Старые Апатиты точкой притяжения стала 4-я школа. Здесь год назад появились уличные тренажеры, а в этом году территорию школы украсила современная многофункциональная скейт-площадка. Это инициативное бюджетирование. Здесь деньги области, здесь немного денег местного бюджета, участвовали предприниматели, вот получили такой замечательный результат. Посмотрим, если будет финансирование, мы здесь сделаем площадку еще для пляжного волейбола. То есть, я думаю, здесь это тоже будет востребовано. С помощью шефов КФАО «Апатит» и на средства гранта Комитета молодежной политики Мурманской области обновили также школьный каток и закупили хоккейный инвентарь для юных жителей микрорайона. Кстати, совсем скоро будет не узнать еще одно уличное пространство у 14-й школы. В прошлом году при поддержке Кольской атомной станции здесь тоже появился тренажерный комплекс. А теперь по инициативе жителей пространства дополнит универсальная спортивная площадка для игры в волейбол, баскетбол, футбол. Это подарок губернатора. Внес свой вклад и муниципалитет. Подготовил площадку для настила мягкого покрытия с освещением и видеонаблюдением. И еще один объект притяжения в Апатитах появится в сентябре. В здании зала бокса спортшколы «Олимп» на фестивальной 10А откроется пространство «Сопки спорт». Сейчас здесь идет монтаж поступившего из области спортивного оборудования. Специалисты, то есть местные спортсмены, уже ознакомились, очень довольны, потому что тренажеры соответствуют, ну, всем стандартам, и они у нас на все группы мышц. Также у нас закуплены шкафчики для раздевалок мужской и женской. Цвета шкафчиков соответствуют брендбуку «Сопки спорт», красный, серый. Впереди генеральная уборка и торжественное открытие, на котором будет присутствовать губернатор Андрей Чибис, по инициативе и при поддержке которого был реализован этот молодежный проект. Думаю, что сюда будет паломничество апатитчан, которые желают быть в хорошей физической форме. Поэтому, апатитчане, добро пожаловать в новый тренажерный зал «Сопки спорт». Во всеоружии встречает новый сезон спорткомплекс «Атлет». За лето в здании полностью заменили трубы холодного водоснабжения. Теперь в распоряжении спортсменов есть обновленные душевые. Очень благодарна, значит, администрации Владимира Николаевича Бога за то, что деньги были выделены. А выделить было их непросто, потому что проблем в городе достаточно много. Поэтому решение было принято быстро, деньги поступили мгновенно, и мы смогли сделать эти работы до начала сентября. Оставшиеся средства дирекция потратила на ремонт большого и малого спортивных залов в городском бассейне. Здесь полностью заменили напольное покрытие, освещение, обновили стены, раздевалки, лестницы. В чаше поменяли пластиковые скамейки и улучшили качество самой воды. Заменили кварцевый песок в фильтрах воды, потом вода в этом году еще лучше. Апатиты всегда были спортивным городом. И эта тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты. А то, что у жителей есть желание вести здоровый образ жизни, руководство города и области не сомневается.